годом. Что сделать, чтобы найти свою настоящую любовь, убрать страхи перед мужчинами? Спасибо большое. В тот момент, когда вы думаете о страхах перед мужчинами, мысленно представьте, будто где-то у вас есть зажим. Представьте такой зажим, мысленно возьмите и сделайте из него сосульку или еще что-то. Отломайте и выбросьте из себя. Это очень эффективно работает. Это нахождение внутреннего паттерна, который мешает вам. Обнаружение его, обведение его и выбрасывание. Помните, я об этом рассказывал на ступенях у себя. Сосульки, дальше обвести себя, там, обвести места, которые приводят тревоги, и выбросить в виде медуз. Что это такое? Многие люди, которые начинают заниматься ясновидением, развивают у себя ясновидение, в дальнейшем чуть-чуть шокированы тем, что существует второй альтернативный мир, в котором мы очень часто находимся. Когда человек начинает... Нет, я не говорю о шизофрении, не говорю о галлюцинациях, которые иногда могут появляться у человека. Я говорю о увеличении психической энергии и в ходе своего пожелания возможность просматривать других людей или возможность просматривать этот мир или ситуации через определенные новые виды зрения, которые называют там четвертым зрением, допустим. Да, много есть людей, которые могут сказать, там это существует, это не существует. Мне это все равно, знаете, мне все равно, потому что я этим пользуюсь, и мне в моей жизни это очень помогло. Очень помогает при этом справиться там, с чем хочешь. Ну и вот такие нюансы. Когда, что это за еще один мир такой, который находится вокруг нас? Это мир, в котором находятся элементали. И это определенные формирующиеся в пространстве самые настоящие живые существа, которых мы не видим, но которые имеют место быть. Допустим, в случае, если у мужчины появляется максимальная сексуальная, или у женщины появляется максимальная сексуальная озабоченность, и он ничего не может с этим сделать, то такая элементаль, она в виде ракушки цепляется ему за лицо. Вот таким образом. При этом человек думает об этом, а сама вот эта элементаль, она начинает в этом месте качать. В случае, если у человека безденежье, может за печень кусать, там другой формы. Если человек алкоголик, на нем или там наркоман, на нем пятна такие появляются, как будто это прозрачные такие красивые капли смолы, вот я часто говорю. Есть очень хорошие методы, которые применяются в эзотерике. Я хочу еще раз о них сказать. Это методы обмывания себя огнем. Помните, я об этом говорил. Они помогают вот такие элементали убрать. То есть в случае, если у вас беспокойство, нервные состояния, там еще что-либо, зажигаете перед собой свечу и мысленно берете и вот таким огнем обмываете себя. Понятно? А страхи перед мужчинами, так это пусть они вас боятся, а не вы их.